Так, всем привет. Продолжим установку нашего поддона. Долго не устанавливал, в гараже света не было неделю, а то и больше, плюс приболел. Так, покрасил его, выровнял. Сейчас будем обезжирю и намажу вот этот край герметиком аккуратненько. Но стараться мазать надо не в ближней части, а именно в дальней от мотора, чтобы герметик не попал маслоприемник, маслонасос и не забил систему масляную нам. И потом покажу, как это все будет. Буду частями снимать, чтобы не занимать ваше время. И сегодня на телефон камера другое видео там снимает. Человек продолжил. Так что смотрим частями такими. Продолжим. Так, герметиком промазал. Аккуратно по краю. Сейчас буду ложить новую прокладочку, она прилепится как раз, и вставим болты с шайбами. Так, прокладочку положил, наживил болтики, чтобы болтики не падали, а так от их ниточкой. Раз, петелечку накинул, чтобы они все были. Мы поддончик картеру раз, и каждый болтик аккуратно наживим, чтобы не дырявить потом прокладку. А то начинается прокладка перекашивается туда-сюда. Это герметиком я еще не подмазывал, просто неправильно ляпнул прокладку. Оказывается, вот вырезы вот эти на прокладке, они должны быть напротив дырки, где масло, щуп масляный. Вот, не ошибайтесь. Тут вот расстояние разное. Здесь и здесь. Тут меньше, тут больше. Вот это видно. Выступы для таких, как я, которые первый раз это все делают. Вот, сейчас мазну немножко аккуратно герметиком. Размажу тот, что прилип уже. И будем ставить на место все. Вот, поддон подвесил. Уже болтики наживил. Сейчас покажу, зачем нужна была все-таки та нитка. Вот, смотрите, болтики. Чтобы показать, чтобы свет был. Вот он болтается, он на нитке держится. Но тем не менее он попадает четко в отверстие прокладки. Вот еще один. Вот. И берем просто теперь их. Вот так вот. Руками закручиваем. А потом поджимаем. Даже бывает такое, как вот выпал один, начал крутить, этот нитка порвалась, он выпал. Но уже ничего страшного, прокладка к самому блоку уже приклеилась. И, ну, в отверстие мы легко попадаем и закручиваем. То есть нам главное вот этой ниткой, чтобы прокладка ровно легла отверстие к отверстию. Потом, когда мы уже закручиваем, оно не рвало оно. Как пытаешься закрутить, а просто не можешь попасть. И получается, начинаешь протыкать и рвать прокладку саму. Сейчас где этот ключик? Трубочкой вот так вот подтяну. Шайбы сами становятся потом. Подтягиваешь, они на место становятся сами. Вот так вот раз. Сильно не затягивайте. Плохо тоже перетягивается. Вот я просто так сейчас подтяну. Вообще, ну, смотрел, читал. Усилие килограмм на затяжку этих болтов. Больше не надо. А то опять поддон выгнется и будет сочиться. Вот сейчас все затяну, покажу. Так, все болты закрутил. Подтянул. Все красиво стало. Можно заливать масло и ездить. Всем, кому было полезно видео, кому понравилось, подписываемся, пишем комментарии. На этом всем удачи, пока, ни гвоздя, ни жезла. А, еще что хотел сказать. Не пересердствуйте с герметиком. Видите, по краю промазал, когда затягивал, его начало давить именно в эту сторону, большую часть. Ну, как, там и разошлось и туда,
Но чтобы не попадал герметик именно в саму масляную ванну. А то видел видео, один дядя на ютубе, он не использует даже прокладку. Он тупо мажет все герметиком. И, ну, таким слоем, ну, просто я не знаю. Я больше приверженец того, что вот стоит с завода прокладка, значит должна стоять. Если нет, значит нет. Ну, на этом все. Все, пока.